Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, крошка-крошка, Арекс, Павел Злой, как всегда, подписчики, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем нравится, когда подписчики меня пугают, и здесь специально есть комната, где он будет нажимать кнопки и нас мочить. Если видите, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Так, нажимает, получается, у нас кнопки крошка-крошка, да? Да. Ты готов? Да. Мы нет. Ладно, уже готовы, погнали. Очень сейчас будет жестко. Давай сначала так лайтовенько, а потом жестче, хорошо? Ну, первая партия пошла. А, тут оно партиями, да, заходит? Да. Ну, я ж просто вот это не знал твои фишки все. Ребята, если вам нравится, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. И осталось до миллиона близко. Совсем немножко. Чика уже подходит. Чика очень близко-близко. Там не помню, как-то есть странная пословица. Фредди в туалете. Ага, понял. Пацаны, чего вы так все суетитесь, как я? Тоже боитесь? А сейчас вы умрете. Не, не надо. Это не я, ваша фигня. А, вот так, значит. О, из-за того, что он выжил, ночь продолжается. Красава, кого не убили, просто молодец. А кого не убили? Павел Злой, да? О, Павел Злой! Еще раз молодец, выжил. Красава! Красава! Ты же сказал, что будет лайтово, а нас... А мочишь нас как щенков конченых. Я стараюсь. А, видите, понял. Это, знаешь, что ты нас унижаешь? Нет, ты нас не унижаешь. Ты над нами глумишься. Я сам чуть не умер. О, я тут постою с тобой. Павел Злой, красава. Сейчас будут пацаны Фокси бежать, закрывайте левую дверь, я скажу когда. Так, так, готовьтесь, готовьтесь. Такая тишина, все слушают. Ну, Фокси руку поднял, это значит, что он сейчас будет ломиться. Все, бежит, пацаны, закрывайте левую дверь. Вот молодцы, вот вы молодцы, красавчики. Так, он уже тут стоит, он моментально телепортируется. А здесь все четко у нас, все по красоте, контролируем всех. Они все стоят на сцене. Это значит, что крошка-крошка ничего не нажимает. Я нажимаю. А какой тайминг между нажатиями, как они на нас нападают? О, это был скример. Какой там тайм-код? Ну, примерно, может быть, 5 секунд. Ну, в принципе, это не моментально, я тебе скажу. О! Мне кажется, он телепортировался, или мне показалось. Ого, я испугался, ко мне Фредди пришел. К тебе? Прям туда в комнату? Он убил меня. А, ты, наверное, неправильно кнопку какую-то нажал, поэтому ты ему не понравился. Может, там есть кнопка самоубийства, или это какая-то пасхалка? Ну, тут фиолетовый Фредди какой-то был. Так, пацаны, внимательно слушаем этого челика. А, какая-то жопа тут зажала. Ой, Фредди к вам уже в офисе. Да ты задрал. Хватит этого челепиздрика на нас натравлять. А у вас дверку откройте, пожалуйста, справа. Сейчас Фокси... Да мы вообще будем закрываться, и ты к нам не прибежишь. Все, ночь идет. Энергия а полная. А Фредди-то убьет вас. Даже закрытыми дверями и моря нет. А Фокси бежит. А ты не нападай, Голден, Фредди. Моря нет. Заводите шкатулку. Кстати, вы знаете, что когда в Гаррис Монти выбираешь эту карту, есть две версии? Это вторая версия, да. Я не знаю, чем они отличаются. На темнее. Да, кстати, да? Да. Мне кажется, освещение изменено, более такое прикольное, что ли, здесь все. Заводить шкатулку, ребят, мы реально открывали. Не, он ее не натравляет на нас, ничего заводить не надо. Так она... Да, не с я так 100 раз сделал. Не очку. Это пока. Давай, подлец, где ты? Да, пацаны, она вылезла, так что лучше нажимайте кнопку. И она сейчас начнет бежать. Так, а я уже вижу ее ботинки. А к вам фиолетовый Фредди пришел почти. О, нажимает кто-то кнопку. Нет, не нажимает, нажимает. Надо много раз нажимать. А у вас сзади голым Фредди стоит. А, никого нету у нас тут. Ой, почти убил вас. Это вот самое безопасное место, как я думаю. Сюда практически не... Сколько у тебя там получается разновидности аниматроников? Ой, сейчас застрял в комнате. 7, 7, 8. Ага, это хорошо. Мы прошли?
Что это было? Это фиолетовый Фредди. Ой, пацаны, ну что ж вы себя не бережете? Это значит, что к вам фиолетовый Фредди пришел. А, это вроде был Фокси. Так, идем в офис, повыживаем. Так, какие-то невидимые стенки Фокси здесь. Ой-ой-ой. Вон Фредди. 12 часов всего лишь. Да? У меня время не пишется. У меня показывают здесь 12 часов. Да ты задрал этой кабакой натравлять на нас. Ого, еще раз. Я уже боюсь туда заходить, ты ж меня убиваешь постоянно. Ну я стараюсь. Не, не старайся. Ты смотри, он что, бесконечный? Для вас будет жестко нападать. Не, ну ты глумишься. Ну ты когда со спавна идешь на кабинку, сразу же аниматроник спавнится, потому что 5 секунд проходит. Ну тебя не успело, ну сейчас ты не смог убить. Не, не смог, не смог, пацаны, все живые. А марионетка? Нет, ты не убьешь меня ею. Заводите, заводите, она почти вылезла. Да пусть вылазить идет, не бойтесь, пацаны, я так 100 раз делал. Вам мангал идет. Это да. Жесть. Аж все блюрится на экране. На месте. Вот тебе не надо нажать одни и те же кнопки? Почему? Я все нажимаю. Так ты издеваешься, это не прохождение ждения. Я могу еще жестче сделать. Мне кажется, а может вторая версия отличается тем, что жестче нападают они здесь? Живем, пацаны. Пацаны, это жесть. Давайте встретимся на сцене все. Окей, иду на сцену. Я иду. Смотри, все куда-то разошлись. Получается, он все кнопки понажимал. Прикалывается над нами. Давай, испоганься. Хорошо. Одни скримеры, просто бесконечные скримеры. О, все на места разошлись. О, это значит, он перестал жать. Ты можешь перестать жать? Могу. Хотя бы 5 секунд. А потом можно опять жать. Ну они сами пойду тогда. А как? Это законно? Это нет. Фокси уже раз 40 прибежал. Час ночи сегодня. Застрял. На тебе за то, что ты застрял. Ой. Красавчик. Да бывает. Да я прям ты застреваю. Чика справа. Слышь, ты, а ты видишь, что заходит в офис? Ты меня самого убило. А ты видишь, что в офисе или нет? Да. А, я теперь понял, почему, когда я туда захожу, ты меня сразу пытаешься убить. О, марионетка зашла. На тебе, я наказание. Я ожидаю 5 секунд, когда вы заходите, и нажимаю. Красавчик. Так, сиди. О, это было близко очень. Ой, ой, не того отправил. Ты какой-то псих. О, она залазит потихоньку. Сидит. Все отдыхают. Все то аниматроники пока что отдыхают. А я их не могу позвать. В чем-то застрею тут немножко всегда. Давайте режим полета включу, чтобы никто не застревал. Ой, фиолетовый. Ты псих. Но не убил нас. Закрывайте, закрывайте двери. Чика! Эх, почти вас убил. Нет, не убьешь. Ой, Чика к вам стучится, пустите ее. Ой-ой-ой, я живой, потому что я вышел с офиса. Это был всего лишь скример. Ты не смог, в этот раз у тебя не получилось. Не фартануло. У меня все получится. Не-не-не. Вот два, смотри, мы выйдем с офиса. Как ты нас убьешь? Ты не сможешь. Я, может быть, нет, но остальные аниматроники вас убьют. Нет. Фокси на вас побежит, если вы выйдете. Пацаны, кто подойдет до Фокси, не дотронется до него? Он побежал. Он побежал в офис. Сейчас будет стучать. Скример? Считался крошка. Не, нема скримера. Пацаны, подойдите до Фокси. На тебе. Ты что, быть таким умным человеком подойти?
верите во все? Подойди ближе. На. Леща дал. Да, он тебе нормально прописывает. Вы так далеко улетаете? Стоп, я не понял, тут две чеки, что ли? Одна стоит на сцене, другая здесь. Ну да, получается, может, тут тот чека? Нет. А у них модельки разные. Их сложно сравнить. Ты успокоился? Нет. Может быть, чуть-чуть. Ты какой-то неадекватный. Зачем ты так сильно жмешь? Мы играли с Серегой. Я нажимал 4 кнопки сегодня. Так мы с Серегой играли, и так жестко не было, как сейчас. Ну я просто ничего не разогрел. Ты раскусил эту игру, да? Этот режим? Да. Так, пацаны, знаете, что мы сейчас делаем? Я приблизительно знаю, где он. Мы прошли. Нет, это фиолетовый. Нет, это фиолетовый. Смотрите, вот комната его находится вот здесь. Вот сейчас мы это сделаем. Куда она летит? На! Живой. Да как? А что, не достала тебя взрывом? Вообще. Комната в другом месте. А, в другом комнате месте находится. Вон там. Нет. Пацаны, прощайте. Крошка, крошка, ты умер. 99-я ночь была. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!